Всем бой-бой, мои дорогие друзья, с вами Макс, и Максов, ты поздоровайся. Всем привет, со мной сегодня Роман Максим Эдуардович, и мы сегодня жеребьевку, давай. Да, короче, у нас сегодня гонка метро против автобуса от станции Ленинский проспект до станции... Нагорная. Да, короче, так. Давай. Тон, ты тяни первый, вон там бумажка какая-то, бумаги тяни. Как? Чё у тебя там? Сейчас. Ну. Автобус. Ребята, извините, что трамвай написано, просто мы хотели по-другому гонку. Блин. Я еду на автобусе, а ты на метро. Ну окей, ладно. Как раз вот наш мой автобус уехал, но он Чё будем с бумажками делать? Стой. Чё минут. С бумажками? Всё, поехали. Погнали. Давай. Ребят, мы автобус... Стой, извините. Читанём. Пока это ещё законно. О! О, видать наш поезд. Так, куда нам? Вануна, Олег Тупаков! Погнали, погнали, погнали. Поехали. Так, сейчас нам надо на кольцо. Пока, Олег Табаков. А, тут забор. Побежали. Да, блин. Тут не так уж и глубоко. Первый. Вон, Таганская, вон, кольцевая опять. Так. Так вот, линия 5. Так, куда нам? Вот это мы удачно. Самый настоящий час пик. Тюра, нам всего лишь одну остановку до Бронинской. Бронинская. Переход на станцию Серпуховская. Все, прибыли. А вот и СТЛ. Побежали. Сейчас я еду. Пока, Дэйна. Вот это вообще супер лаки. Ты час пик тут собирается. Так. Так, где Нагорная? Да, вон туда. Опоздание. Так. Наш поезд уже подъезжает. Так, значит, мы на Серпуховской, Тульская, Нагатинская и Нагорная.
Всего 3 станции. Опа, королевское место. Прикол, я сел на поручень. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Поехали на Нагатинскую. Следующая станция Нагорная. Побежали. Так, нам нужны первые трети. Так, вот, короче, первые трети, вот второй выход. Так, где первый? Первый, вон вторые и третьи. Так, второй выход. Нет, не тут. Стоп, это вообще... Какой вы... А. Так, и к закрытому... Я никого не вижу. Yes! Я выиграл! О, лес! Лес 52.92.22, да ладно! Кстати, ребят, вот третий выход сейчас... Это третий выход, но он сейчас закрыт на ремонт. О, смотрите, следует в парк. Время идет, идет, а Максарту все не идет, не идет. Так и живем. Максарта нигде нету. Ни там, ни там. Нигде. Сейчас такой выхожу, и тут бац, Макс Авто, но нет, его тут не будет. Че все время одни ученики понаходились тут? 965. 926, метро Нагорная. Он появится? Не, его, к сожалению, нет. О, посадки нет. С рулем стажер. Где этот Максавто? Мы уже задолбались его тут ждать. Короче, его все нет и нету, этого Максавто. Нигде его нет.
Сёшкин ты. Сёшкин Моталкин. Опа, а это чё не... Так-то... Так-то, я уже жду здесь. Я победил в этой гонке. Знаешь, почему я проиграл? Во-первых, вот там опоздавший ждал этот автобус. Там три раза пришлось открывать двери и опоздавший. Еще там водитель тупил, он просто не ехал. Что там на светофоре, ему три машины, мне водитель просто какой-то там... Тупой попался, он просто не ехал, он просто тупил всю дорогу. Он должен был отправиться 39 минут, а отправился в 42 минуты, потому что он там долго читал это свои. Ладно, ребят, все, всем пока, и с вами был я, Макс, Макс Авто. С вами был я, Макс, Роман, Максим, дальше, всем удачи, всем пока. С вас лайк, подписка, колокольчик, ну а с нас новый видос, всем, короче, до свидос.